Приветствую вас, и смотрите, какая получается ситуация. Ваша девушка, человек достаточно ответственный, достаточно осознанный, осознающий себя и понимающий. То, что она делает. В данном случае речь идет о том, что ей по какой-то причине с вами стало не по себе, дискомфортно. Она понимает, что видимых причин нет. Она понимает, что, скорее всего, делает вам плохо. Она понимает, что причиняет вам страдания. Она это все прекрасно понимает. Но и заставить себя быть с вами она не может, потому что нету тех чувств, которые мотивировали бы ее на это. И в этой ситуации, когда человек находится на распутье, на таком перекрестке, когда не знает, в какую сторону двигаться, куда стремиться и так далее, не стоит, не нужно на человека давить. Дайте ей время самой для себя определить, что вообще с ней сейчас происходит. Чего она хочет, к чему стремится для себя. И дайте ей определиться с чувствами к вам. Потому что, если она говорит, что понимает, кто причиняет вам боль, понимает, что вы переживаете, что вы страдаете, то это хорошо, это говорит о том, что у нее есть к вам симпатия, есть к вам уважение, есть к вам тепло. И вот это нужно сохранить, чтобы оно не исчезло, чтобы это поспособствовало в дальнейшем тому, что она, возможно, к вам вернется. Но поскольку вы ничего плохого не делали ей, вы никак ее не обижали, не предавали, как я понял из вашего письма, то это решение самой девушки. И вам нужно поступить так, чтобы с одной стороны защитить свои интересы, с другой стороны показать свою мужественность, свое терпение, выдержку девушке, потому что ситуация критическая, то есть когда она ушла от вас, это было тяжелое решение для нее, и понятно, что тяжелая ситуация для вас. И очень важно, чтобы вы в этой ситуации, в ней, показали себя с лучшей стороны. Для того, чтобы у девушки было впечатление, что вы мужчина, в положительном смысле этого слова. Не только, когда у вас все хорошо, но и когда есть определенные проблемы тоже. Чтобы девушка знала, что может вам доверять, что она может на вас положиться и открыться в случае чего. И вот давайте подумаем, а какое поведение будет наиболее мужественным в данном случае? Какое поведение будет наиболее приемлемым? Какое поведение наиболее серьезно, сильно, глубоко восхитит вашу девушку? И это, в первую очередь, принятие ее позиции. То есть, вам нужно сказать ей о том, что вы цените, уважаете ее выбор, что вы принимаете его, что вы ни в коем случае не хотите и не собираетесь на нее, например, давить как-то или склонять, вернуться к вам и так далее. Но вместе с тем, вам бы очень хотелось продолжать с ней общение. Вам бы очень хотелось продолжать с ней контакт, продолжать взаимодействовать, чтобы не терять ее из виду. И
это покажет девушке, что вы, с одной стороны, уважаете ее интересы, стремитесь к тому, чтобы она была счастлива. Не держите на нее зла, не обижайтесь, не совершайте акцент на самом себе. Это тоже очень показательно. Потому что если в такой критической ситуации вы думаете о себе, а не о девушке, то она инстинктивно, даже если не специально думает об этом, она чувствует, что вы ее как бы бросаете, вы ее не поддерживаете. А это отталкивает. Вот чтобы этого не произошло, нужно поступить соответствующим образом. Покажите девушке, что вы приняли ее выбор, что вы уважаете его, что вы готовы его поддерживать, но при этом вы с ней не разрываете общение. Вы с ней не прекращаете взаимодействовать, не прекращаете общаться. Вы не хотите ее терять и, напротив, обеспечиваете ей поддержку, помощь, когда нужно и так далее. Да? Что она для вас важна не только как, собственно говоря, женщина, но и как человек. И вот это вот поведение, такое поведение выдержанное, положительное, терпеливое, значит, направленное на интересы человека, во-первых, что сделает? Оно максимально успокоит девушку. Уберет у нее возможный страх, что вы на нее, например, обижаете, что вы, например, там, про нее забудете и так далее. Во-вторых, это поведение даст ей понять, что вы в любом случае все равно всегда направлены только на нее. Что она для вас важнее всего. Не вы, а она. И это представит вас с максимально положительной стороны. И если у девушки сейчас, например, кризис, когда она не знает, что к вам чувствует, не знает, как дальше жить и так далее, то этот кризис она переживет с вашей поддержкой. И понимая, что вы ее не бросили, понимая, что вы вот ее как бы терпеливо ждете, что вы не обостряете ситуацию, не обостряете отношения, она будет вам благодарна. Она будет вам очень сильно благодарна, на самом деле. И если у нее какие-то чувства к вам есть, если у нее эмоции к вам остались, если она для себя считает возможным вернуться, если она для себя считает возможным вновь быть с вами парой, то она это сделает. Но наибольшая вероятность того, что она это сделает, может быть только в том случае, если вы именно так будете себя вести. То есть это в данном случае, в данной ситуации единственное поведение, которого вы можете придерживаться для того, чтобы вернуть девушку. Но на 100% возвращения вам никто не гарантирует. Потому что может быть так, что у нее просто чувства к вам прошли. И в этом случае вам ничего не получится делать. То есть тут либо она скажет вам, наконец, вот спустя какое-то время, видя, что вы к ней относитесь очень положительно, терпеливо и с пониманием, она просто почувствует стыд на то, что вроде как дает вам надежду и еще, но при этом не может вам дать того, что вы хотите. И она сама скажет вам: прости, но между нами ничего не будет больше, я тебя, например, не люблю, и ты можешь жить дальше. И даже в этом случае, когда она откровенно заявит о вашем будущем, не стоит сразу принимать ее слова как истину. Вы скажете: хорошо, я услышал тебя,
Но все равно я пока люблю тебя, например. И продолжайте свое такое поведение. Ничего не требую. Ни к чему ее не обязываю, да? Увидите, если что она... но она-то вот, когда вам так сказала, она освободила себя, по сути, от обязательств перед вами. Вот вы увидите, что она, например, с другими мужчинами начала общаться, да, встречаться с ними там и так далее. Вы поняли. Ага, она действительно считает, что между нами ничего нет. И вот тут уже вам можно самому жить дальше. Но перед этим нужно быть уверенным в том, что вы ее никак не отпугнули, не оттолкнули, не отвратили от себя. А для этого нужно придерживаться вот такого поведения. Если будете насильно стараться вернуть, постоянно оказывать знаки внимания, постоянно напоминать о себе и так далее, то вы просто рискуете надоесть. А это тоже, по сути дела, ставит крест на будущем ваших отношений. Вот примерно так вы можете поступить. Еще раз повторю, не ждите от данного поведения 100% гарантии, что у вас все будет хорошо, что вы вернетесь. Вообще, лучше не ожидать. В любом случае успеха в том, что вы хотите сделать. Потому что это человеческие отношения, а в человеческих отношениях, к сожалению, а может быть и к счастью, гарантии никто никогда дать не может. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.